Я сейчас объясню вот эту самую теорему, повторяю, для тех, кто не знает малую теорему Фермата. Я считаю, что вот этот факт для вас является непонятным, неизвестным и так далее. Вот. И объясню я ее следующим способом. Я нарисую картину, которая сделает понятным, при чем здесь вообще четверка. Дело в том, что вообще, когда смотришь на это выражение, x квадрат плюс 1, то, собственно говоря, непонятно, а почему это вдруг остаток от деления на 4 простого числа? Собственно говоря, почему здесь четверка? Оказывается, когда вы берете любое простое число p, то не нулевые остатки от деления этого самого простого числа p можно некоторым замечательным, симпатичным образом располагать в виде квадратиков. И я сейчас эти самые квадратики вам рисую, и вы на них посмотрите, умилитесь. Ну, в общем, это лучше, чем фотография Пушкина. Рассказываю, по какому принципу я буду рисовать четверки. На самом деле, некоторые из них будут вырожденные четверки. Принцип такой. Когда я рисую четверку, то у меня напротив друг друга будут написаны остатки, которые в сумме делятся на простое число p. Итак, пишу. A плюс b это должен быть 0. Здесь напротив то же самое. C плюс D это должен быть 0. А по вертикали правило другое. A умножить на C это то же самое, что B умножить на D, то же самое, что единица. Но, разумеется, все сравнения это единица по модулю P. Итак, давайте возьмем какое-нибудь простое число f, и таким образом все остатки в виде таких вот квадратиков распишем. Ну, давайте сначала возьмем в качестве числа p, например, число 17. И сами справитесь или нет? Расписать такие квадратики. Некоторые из них будут вырожденными. Тогда нам вам нужно будет объяснить, что это за вырожденные квадратики. Они будут чуть-чуть меньше, чем обычные квадратики. А они, большинство будут квадратики. Ну, давайте я начинаю. Скажем, пишем двойку. Что будет напротив нее? 13. Сколько? 13. 15. Отлично. А под ней? Чтобы произведение было бы... Остаток 1, 2, 3. Неверно. 9. Под ней 9. А напротив? Чтобы в сумме было 17. 8. Ну что, один квадрат я уже сделал. Следующий. Сможете? Тройка. Напротив что? 14, молодцы. Под ней. 6. Напротив. 11. Хорошо. А у нас же... Разве невозможно то, что будет проблема с 14 и 11? А интересный вопрос. Действительно, смотрите. Вот у нас есть число... Напротив написано b минус это число. Под ним написано такое число, в данном центре началось, что a умножить на c это единица, да? Замечательно. Коля спрашивает, почему мы здесь смело пишем b минус c? Почему я не перемножал 8 и 15 и не проверял, будет там остаток 1 или нет? А потому что, когда умножаешь минус a на минус c, это то же самое, что на c. Пойми, пожалуйста, когда p минус a умножаешь на p минус c,
то это p квадрат на p делится, минус ап тоже делится, минус pc тоже делится, плюс ac, вот этот самый ac дает остаток 1 при делении на p. А вот эти на p делятся, никакой, ну, остаток 0 дает. Значит, это будет опять остаток 1. То есть, на самом деле, мы должны проверять только вот это, ну и здесь достраивать вот это. А эта сторона возникает сама собой. Понятно? Да. Понятно. Ну что, продолжим. Значит, 3, 6, 14, 11, замечательно. Следующий квадратик. Разумно, с чего начать? С 4 напротив 13 под 4. 4. 4 это не совсем правда. Минус 1 будет. Что? Тоже 13. Дело в том, что 4 на 4 это 16, это минус 1. А вот 4 на 13 это как бы 4 на минус 4. Здесь 13. Ребят, вот это и есть тот самый вырожденный квадрат, о котором я говорил. То есть, он, конечно, квадрат. Только чисел в нем вовсе не 4, а 2. Поняли идею? Так вот, надо просто запомнить, что вот есть такой вырожденный квадрат. В нем, внимание, 2 числа. А, кстати, интересный вопрос. В любом квадрате, вот давайте пойдем сюда, в любом квадрате может быть, что числа А и Б это одно и то же число. Нет. Ну видно, что нет, правда? Потому что А плюс А 0, у нас П нечетное, Х не будет. Хорошо. Может быть, что С и Д одно и то же? Не может. В каком случае квадрат вырожденный? Какая ситуация, когда здесь чисел на самом деле не 4, а меньше? Если у нас, например, А окажется равно С. Интересно, бывает такое или нет? Или А окажется равно Д. Понимаете идею, да? Дело в том, что вот это число А не может совпасть с Б. А вот с С, пожалуйста, или с Д. Давайте обе эти картинки нарисуем. Ой, да еще. Почему я говорю про А? Дело в том, что у квадрата, вообще-то, все его четыре вершины, они равноправны. Если я хватаюсь за B, то я могу взять вот так вот, поменять местами, и у меня получится, понимаете, да? Или я могу взять вот так вот, поменять местами. То есть на самом деле здесь не так важно, какая из четырех вершин. Итак, ситуация. Может ли так быть? А, здесь у нас А, здесь B, здесь B. Ну, естественно, чтобы сумма была делилась на P. Вот такой квадрат, надо подумать, что он дает нам, да? И другая ситуация, когда у нас здесь А и здесь А. Ну и здесь некоторое число B, и здесь B. Вот так вырожденный квадрат и так вырожденный квадрат. Давайте подумаем, в каких случаях они бывают, в каких не бывают. Значит, господа, смотрите. Смотрите, что у нас с вами здесь должно быть? А должно быть сравнимо с минус b, правильно? То есть b это на самом деле фактически минус а. И соответственно у нас вот это вот минус а фактически произведение это должна быть единица. То есть а умножить на минус а должно быть сравнимо с единицей по модулю p. Ребята, это и есть тот самый x квадрат плюс 1. Я смело могу вместо а писать x. Смотрите, а это x, b это p минус x. Здесь вот у нас p минус x, а здесь у нас x. Вот этот квадрат, то есть если наша теорема не верна, то такой квадрат существует. Понятно? Вот существование этого квадрата, что x квадрат плюс 1 делится на p. В точности вот это вот x квадрат плюс 1 делится на p. Существование такого квадрата. Значит, такой квадрат существует в точности, в ситуации.
ситуации, когда есть число x такое, что x квадрат плюс 1 делится на 2. Замечательно. Теперь вопрос. Когда существует такой квадрат? Если честно, это в разы легче. Что здесь написано? Здесь написано, что а в квадрате – это единица при делении на p. Давайте напишем. А квадрат минус 1 должно делиться на p. Давайте подумаем, что это по-человечески означает. Это означает, что а минус 1 умножить на а плюс 1 делится на p. То есть а это то ли единица, то ли минус единица. Господа, помните, я начал писать квадрат из двойки. Я написал здесь 2, здесь написал 3, здесь написал 4. Помните? Это не случайный раздел. Это я специально не захотел, чтобы возник вот тот самый квадрат. Я просто разговор про этот квадрат хотел отнести на подальше. Ну и, собственно, сейчас мы до него дошли. Господа, я вам сейчас аккуратно выпишу квадрат, начиная с числа 1. Здесь 1, в сумме, чтобы было 17, здесь 16. Правильно? Здесь у нас, соответственно, 1 и здесь 16. Ребята, вот такой квадрат существует всегда. Для любого нечетного простого числа p такой вырожденный квадрат существует. Давайте я его еще раз аккуратно нарисую. Это квадрат, у которого написаны числа 1, 1, p минус 1 и p минус 1. Всем понятно? Теперь давайте еще раз зафиксируем ситуацию. Сколько всего остатков от деления на p, не нулевых остатков? У нас число p это 3 плюс 4n. Итак, p это 3 плюс 4n. Сколько не нулевых остатков? P минус 1 штука. Это 4n плюс 2. Так или не так? Из этих остатков 2 остатка. Это вот эти самые числа. Они образуют вырожденный квадрат. Хоть делись, но 1 и p минус 1, такие остатки есть. И они образуют один вырожденный квадрат. Остальных чисел 4n штук. Квадраты у нас с вами, смотрите какие. По 4 числа, если не вырожденный, вот эти вырожденные, это вырожденный, по 4 числа. Замечательно. Как вы думаете, если у нас число 17, 17 это 17 плюс 1, это 16. Смотрите, 2 числа ушло сюда, осталось 14. 14 это 4 числа, 4 числа, 4 числа. Так, здесь не 4, здесь 2. Нет, я что-то посчитался. Я явно забыл какой-то квадрат. Да, я забыл нарисовать квадрат для 5. Давайте сделаем, значит, пятерка напротив 12. Извините, я просто забыл этот квадрат. 12, так. 5 и 7, 35, да, дает остаток. Действительно, 7. Здесь 10. Так, теперь пытаемся баланс. Значит, число 17. Это 4 числа, 4 числа и 4 числа. 12 чисел, да? 2 числа здесь и 2 числа здесь. Все, по-моему, все на месте. Ребята, все остатки от 1 до 16 присутствуют в этих квадратах. Согласны? Баланс сошелся. Но он сошелся именно из-за того, что у меня здесь p было остаток, давало остаток 1 при делении на 4. Потому что вот эти, вот в этом квадрате 2 числа и в этом квадрате 2 числа. А теперь давайте подумаем,
Что было бы, если бы у меня все-таки число p минус 1 имело бы вид 4n плюс 2? А было бы очень просто. У меня по-прежнему вот такой квадрат и существовал. И он те самые два числа в себя вобрал. Остальные числа, их 4n штук. Значит, если у меня все квадратики по 4 числа, то все замечательно, n штук, все хорошо. Стоит какому-то квадратику появиться с двумя числами, и автоматически должен появиться еще один квадрат с двумя числами. Понятно? И в таком случае чисел x, которые удовлетворяют вот этому условию, получается сразу не два варианта, а 4. Этого не бывает. Квадратное уравнение по простому модулю никогда не может никогда не может иметь больше двух решений. Вы привыкли, что в обычных вещественных числах квадратное уравнение не может иметь больше двух решений. Для простого модуля это так же. Давайте объясню почему. Вот представьте себе, что x квадрат плюс 1 делится на p. И y квадрат плюс 1 тоже делится на p. X, y какие-то остатки от деления на p. Понимаете ли вы, что в таком случае можно вычесть? X квадрат минус y квадрат тоже будет делиться на p. А это можно разложить по формуле x минус y умножить на x плюс y. Значит, один из этих множителей обязан делиться на p. Значит, или x и y дают один и тот же остаток, или они противоположны. Ребята, уравнение x квадрат плюс 1 сравнимо с нулем по модулю p может иметь максимум два решения. Соответственно, если у нас получается, что вот этих вот квадратиков, уж если он один возник, то должен и второй такой возникнуть, то у нас получается, что у решения будет 4 штуки, а это слишком много. Так, я боюсь, что все-таки эта штука была слишком абстрактна, поэтому давайте сделаем так. Мы сейчас возьмем какое-нибудь другое простое число, и просто в качестве отдыха прошу вас... Так, мне сейчас нужно взять число, дающее остаток 3 при делении на число 19. Число 19 дает остаток 3. Я прошу кого-нибудь из вас, кто успеет первым, просто выйти и выписать все квадратики для числа 19. Можете? Давайте. Просто ради того, чтобы все хотя бы запомнили определение. Значит, итак, для числа 19 выписать все квадраты, например, на этой доске, выписать все такие квадраты. 1,18, безусловно, правда. Только вот штрихуйте, потому что он у нас такой считается особый. 2 умножить на 10, действительно, остаток 1 при делении 19. 39 дает остаток 1, совершенно верно. Заметьте, самое трудное – это написать первую вертикаль. Потому что горизонтали дописываются, в общем, более-менее сразу. Просто надо с 19 вычитать. Да, 4 и 5, отлично, 20 будет, да. 6 было, так чего еще не было, 7 не было. 27 делится, 30 на 7 не делится. Следующее это будет 57, 58, 58 на 7 тоже. Расскажите вам, как это на самом деле надо делать. Вы сейчас пытаетесь быстро-быстро посчитать, вместо того, чтобы заметить следующую простую штуку. 7 это то же самое, что минус 12. 12 это 4 умножить на 3. Для 3 13, для 4 5. Значит, 5 умножить на 13. Сколько будет 5 умножить на 13? 65. 65. Значит, надо взять остаток от деления 65 на 19. 8. 8. Теперь давайте проверять. Так, значит, минус 8 должно быть. В случае, потому что мы сначала... Ну да. Значит, минус 8, 19 минус 8, это 11. Ну давайте проверять. 11 умножить на 7. 77. А 76 как раз делится на 19. Да. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, это, конечно, вы молодец. Проще было сказать, что 4 умножить на 4 – это 16. И плюс 2. Ну да. Спасибо. Так, ну что, господа, увидели? Увидели. Единственное, что я на самом деле не доказал, если честно, я не доказал, что когда берешь любое число, не делящееся на p, то по вертикали к нему можно всегда что-нибудь дописать. То есть на самом деле считалось, что это мы каждый раз, так сказать, вычисляем, но для того, чтобы вот это доказательство было совсем математическим, на самом деле надо знать такую вещь. Вот когда, смотрите, начинаешь писать квадрат, то как начинается, значит, сначала пишешь число, не делящееся на p. Замечательно, написал. Пишешь p минуса, не проблема. А вот здесь нужно написать такое число, чтобы произведение a и b давало бы остаток 1 при делении на p. Ребята, поскольку я хочу, чтобы сегодняшняя лекция была у меня совсем честная, то давайте я эту лемму все-таки докажу, потому что без нее это все-таки будет некоторый обман.